Извилистая дорога ведет к древней крепости Маркап, которая гордо возвышается над городом Баниас. Суровый, величественный вид придают крепости черные камни вулканического базальта, из которых сложены ее стены. Почти 1000 лет смотрят на окрестности бойницы и амбразуры крепости. Даже базальт не может устоять перед разрушительным воздействием столетий. Название Маркап, наблюдательный пункт, дано крепости не случайно. С ее стен можно обозревать окружающее пространство на многие километры. Чудесный вид, открывающийся с ее башен, захватывает дух. В 2009 году крепость была отреставрирована и стала музеем. Но разрушительное воздействие на нее оказало не только время. Из-за своего стратегически важного положения крепость и сегодня не потеряла своего военного значения. Некоторое время крепость была захвачена боевиками, которые обстреливали с ее стен соседние населенные пункты. К сожалению, дикари, в руках которых она находилась, варварски разграбили музей, растащив все, даже ненужные и бесполезные для них экспонаты. Повредили часть восстановленных стен лишь из-за своего безумного стремления к разрушению. Террористы, захватившие крепость, были уверены в ее неприступности, и поэтому устроили в ней склады оружия и боеприпасов. Древний подземный ход, ведущий от крепости к самому морю, позволял им тайно доставлять контрабандное оружие. Однако, боевики недооценили мужество и мастерство сирийских солдат. Без использования тяжелого вооружения, чтобы не подвергать разрушению этот исторический объект, они сумели взять ее штурмом с минимальными потерями. Сейчас крепость освобождена, и в ней несут дежурство подразделения сирийской армии. Новые рыцари в камуфляже
охраняют с этого наблюдательного пункта покой граждан. Сирийский флаг, реющий над стенами крепости, говорит о том, что варварам больше не будет позволено разрушать этот памятник культуры. Василий Павлов, Андрей Филатов, Игорь Надыршин, Виктор Кузнецов, Марат Мусин. Анна Ньюс. Крепость Маркап, Сирия.